Дом полный детского смеха и счастья. Семья Григорьевых – пример для всего Меликесского района. Они достойно воспитали 3 родных детей и воспитывают 10 приемных. Однако мама Валентина считает – каждый свой, родной и очень любимый. Муж работал на севере. Дети выросли. Осталась в большом доме одна. Смотрела телевизор, увидела детей. И очень даже хотел почувствовать себя еще раз мамой. Ко дню матери Сергей Морозов наградил Валентину Петровну почетным знаком Ульяновской области «Материнская слава первой степени». А через несколько дней сам наведывался в гости посмотреть, как живет большая семья. Ребята провели для главы региона экскурсию по дому, показали, где учат уроки и играют. Друг за друга ребята горой. Валентина Петровна гордится каждым ребенком и признается, старается быть мамой во всех смыслах. Мать есть мать. Она должна и поддерживать, она должна и озаботиться, она должна и и наставлять на путь истинный, мамой быть. И мамой быть, наверное, стараться с большой буквы. Подарком семье стал сертификат, благодаря которому они смогут отдохнуть в одном из пансионатов. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.